получил в подарок такой HTWay Pro. Все знают и видели массажер такого стиля. Я решил попробовать именно вот эту модель. Почему? Потому что у моей девушки есть немножко другая. Я вообще не люблю массаж, потому что после массажа я чувствую себя чрезмерно расслабленным, и это ощущение некомфортное для меня. Но когда у вас крепатура мышечная, да, или когда такая вот стафность, забитость мышц, можно использовать именно массажер такого стиля. Почему мне нравится именно эта модель? Я уже ее проверил на себе, потому что здесь очень много режимов скорости. И чем выше скорость, тем больше вибраций. Чем больше вибраций, тем быстрее они проникают в мышечные волокна. Разные насадки разного стиля. Но мне нравится использовать вот такую каучуковую, мягкую. Вот. И сейчас я покажу, как я ей пользуюсь. От 220, соответственно, выставляем разные режимы. Я сейчас пока вырублю. Вчера я тренировал грудь, поэтому можно немножко покажу, как массируется. Ставлю на почти на высокий режим, почти на самый высокий режим. Даже моя собака хочет. Да, мышцы груди прокачиваются великолепно. Кто там боится молочно-кислого пива? Эй. Но, что я люблю? Я люблю массировать. Я уже проверил это. Ступни, все нервные окончания, все основные нервные окончания здесь, соответственно, для полного расслабления. Мне очень нравится массаж ступней. На картинке можно посмотреть, какая зона отвечает за какие органы внутренние тела, и массировать прекрасно. На самом высоком режиме, высокие вибрации, просто супер, ребята. Вот я лично использую этот массажер именно для этого. А вы можете использовать для чего хотите. Итак, мне нравится эта вещь, мне ее подарили, я ей пользуюсь. Классная, да?